В столице свои двери открыл еще один салон красоты А7-Бьюти, в котором мужчины и женщины всех возрастов смогут отдать себя в руки мастеров красоты и дизайна. В салоне приятная атмосфера сопровождается профессионализмом мастеров и широким спектром услуг. О собственном салоне красоты Асема Тактабекова мечтала уже давно, однако в минувшую субботу она открыла уже второй салон красоты. Все это делается с мечтой и верой в то, что красота спасет мир. Конечно, в первую очередь это бизнес. И так как в первом салоне все пошло успешно, и наши мастера не успевали, и мест не хватало, спрос был большой, мы решили открыть второй филиал. И несмотря на то, что этот салон площадью в 30 квадратных метров, он значительно больше главного филиала. Я в первую очередь думала не как предприниматель, а как посетитель, клиент любого салона красоты. И исходя из своих требований, я создала эту площадку, чтобы все женщины могли в лучших условиях приводить себя в порядок. В салоне А7-Бьюти полный набор услуг по уходу за волосами, визажом, ногтевому сервису, коррекции бровей, наращиванию ресниц, а также многое другое. Идеальную для себя процедуру и соответствующего мастера найдут как мужчины, так и женщины. Кроме того, в салоне есть ставшая весьма актуальной в Кыргызстане процедура косметолога. Так, в этом салоне можно увеличить губы, подчеркнуть скулу и многое другое. Также у нас есть очень много различных услуг именно по косметологии. Это начиная с чистки лица и заканчивая в скором времени у нас будет контурная пластика. Контурная пластика, то есть это увеличение губ. Это также у нас есть такая программа по уменьшению, так скажем, щек. Да? Также есть такие услуги, как локальная коррекция жировых отложений, это то есть уменьшение жира в проблемных областях, то есть это живот, это спина, может быть, это бока могут быть. Также есть ботулинотерапия. Ну а мастера визажа салона А7-Бьюти считают, что красота – главное оружие женщины, и важно правильно ее подчеркнуть и придать особую естественность. Мы предоставляем абсолютно все виды макияжа. Красавицам нужно выбирать нас, потому что у нас профессиональная косметика, профессиональные визажисты, одним из них являюсь я. С помощью макияжа можно подчеркнуть естественным образом, чтобы не было такого, то, что это чересчур, но и для меня это есть красота, естественность. Асема Тактабекова не собирается останавливаться на достигнутом. В планах у нее есть расширить штат работников салона, предоставлять еще большее количество услуг и в дальнейшем работать в режиме 24 часа в сутки. Отметим, второй филиал будет гораздо бюджетнее для посещения, тогда как первый теперь станет VIP-салоном.